مثلا این نیره بخری یا شمیشه بگیری به دو بسونه چینی بگیری؟ 1600 کلومتر بگیری دو نمو دیگه کده استالس پشیش تو 600 چیم تا السلام علیکم سفری ما طرف خد ازبکستان از روسیه به قزاقستان قزاقستان به ازبکستان ازبکستان به تاجیکستان انشاءالله که خدم تو قم مدام گفتم نیفتم ال مهم که خدم تو قره که دارم دعای هر کدیم شما رو انتظارم انشاءالله که انسان با دعا زنده های با دعا می سوزه دعا اینه که شما رو انتظار هستیم که ساق و سلامت انشاءالله که بریم برسیم به نزد یار و رفیقان و دوستان السلام علیکم داخل در چلیابینسک که پریجای چلیابینسک الحمدلله چوچوت با دوستال едем дальше. Проехали границу России, стоим между границей Казахстана и России. Слава Богу, все хорошо, все нормально. Иншаллах, продолжим путь дальше. Когда приезжаете в Казахстан, будьте осторожны, так коровы едут. Точнее идут. Точнее еще стоят. Уже хороший дорог, эвакуатор. Все, машина сломалась. Заехали в кафе. Сейчас покушаем. 1600 километров нужно ехать на эвакуацию. Так что в дороге все, что не надо, случится. Все по воле Аллаха во всем. Кадар Аллах. Мы продолжаем путь, иншаллах. Вот нам принесли. Все, что не случится, все к лучшему, иншаллах. Она сломалась, короче. Выпала как-то непонятно. Придется ночевать в машине. Машина сломалась. Эвакуаторик. Альхамдулилля. Позавтракали, альхамдулилля. Водитель увидел своего знакомого. Сейчас, иншаллах, поедем 1100 километров до Шымкента, иншаллах. Позавтракали, на вас сделали. Эвакуаторов очень много, ребята. Будьте осторожны в дороге. С братом, брат с Турции помог по дороге, вот как видите, сзади машина, да, на эвакуацию возим, сломалась. Брат, как состояние? Альхамдулилля, отлично. Вот альхамдулилля, брат по дороге помог, спали в машине и дальше продолжаем свой путь. Иншаллах, как доберемся до Шымкента? 1600 километров где-то нам нужно ехать, да, осталось почти что 600 с чем-то. Да, 500 с чем-то. 500 с чем-то осталось, альхамдулилля. Так что всегда братья рядом, помогают, иншаллах. Так что будьте в Шымкенте, и да, Аллах здесь сломается, то можете набрать. Номер телефона оставлю, иншаллах, брат. Иншаллах поможет. Иншаллах. Следите дальше, посмотрите, иншаллах, видео. Аран, я. Туркестан, большой мечеть. К сожалению, наши стекла грязные, чтобы нормально показать. Машаллах. Как Туркменистан, да? Туркестан. Знаю, говорю, как Туркменистан. Красиво. Приехали на ужин с братом. Иншаллах, говорят, что здесь очень вкусно готовят. 7 казан, да, здесь? Да. 7 казана, короче. И тут, знаешь, вот видишь, какая источник здесь. Смотри, да, как, машаллах. Прямо. Это источник или обычная вода? Секрет от водителей, то что говорят, то что где фур много, там вкусно готовят, так что заезжайте. Здесь очень много фур. Мы не могли проехать дальше. Нам пришлось нарушать правила и проехать. Да, мама, вот наша машина моргает.
пролез, альхамдулилля, мастерской, эвакуация, все полностью как полагается. Вот наш путь до Шымкента, альхамдулилля. Приехали, альхамдулилля, идем, брат. Вот наш брат нас привез, а тот брат, этот брат, наш земляк, нас встретил, альхамдулилля. Чхалдори. Машалла, баракалла. Где вы не были бы, да? Альхамдулилля, братья поверья всегда встречают. Неважно, какая национальность. Что таджик, что турок, что... Где бы не были, да, альхамдулилля. Все, загоняем машину. Иншалла, продолжение следует. Вот и доехали до сервиса, альхамдулилля. Что не случится, все, что не происходит, все к лучшему, иншалла. Салада с терпением каждому из нас в таком случае, в таком ситуации. Еще подустали 1500 километров и 1100 километров. Ехать на эвакуаторе очень тяжело и сложно. Альхамдулилля всем. Все. Ешки сагем, я полностью. Кондуктор. Амортизация. Амортизация. Кондуктор. Асад Инира Бухари. Йоша Миша, гриби долго сидит в Нью-Йорке. Дальше в тесте, иншаллах. Летит с Москвы, Казань, Казань, Пермь, Пермь, Екатеринбург, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, в этих тапочках, дагестанские тапочки.